ДД. Данил, Данил, Данила, да. Корейское день рождения. Hello, everybody, с вами я, Данил Данилов. Так как я нахожусь в Южной Корее, то что у меня сегодня день рождения. Сегодня мы собираемся в аквапарк. Вот мы все готовимся. Первый это сделал. А вот это наш лифт. Кстати, Данила, расскажи, как мы с тобой взломали Пентагон? Чё? Мы взяли так и раз всё изломали. Данила, что за взломщик Пентагона? Пентагон несколько раз взломал у меня на телефоне. А вот это наша тачка. Итак, ребята, то, что я вам сейчас сказал, я нахожусь в Южной Корее. И у меня сегодня день рождения. Красный свет горит, надо подождать. Уже зеленый. Волосы замешали. А как насчет про аквапарка? Он очень далеко находится, в другом городе. Это город Кёнджу. Кёнджу. Мы почти доехали до Кёнджу. Мы уже доехали. Доехали. Мы уже в городе Кёнджу. Нам надо еще найти аквапарк. В аквапарке мы будем кататься на горках, развлекаться еще. Кажется, мы нашли. Я сейчас иду, и дождь уже закончился, вот сам аквапарк. И снимать весь аквапарк не получится, потому что я буду еще купаться еще, ребята. Рассказ. Вы мне говорили, как я был в аквапарке. Могу сейчас рассказать. Давай рассказывай. Там было в аквапарке пляж такой, которые похожи как на пляж, и там тут сами воздвигаются волны. А там были горки гигантские? Да, прям очень большие. Там есть туалет и X-торнадо. А там есть еще бассейны всякие? Да, есть бассейн один небольшой. В общем, нам тут очень сильно понравилось. Аквапарк очень сильно большой. Народу было очень много. А почему у вас был еще дождь? Но когда мы были в аквапарке 5 часов, у нас была эвакуация, потому что спустя 5 часов пришел ураган. И люди, конечно же, там были напуганы, и особенно мы еще, и мы тоже решили свалить отсюда. А когда ты переехал в Корею? Ну я не просто переехал, я приехал в Корею на отдых на 2 месяца. Я же вам такое рассказывал, когда я был еще в России. Ясно, ДД. Нам бы тоже поехать в Корею, нам. Но это надо во Владивосток ехать. Найти паром надо. Конец!